Океанский проспект, направление к первой речке. Со стороны остановки Некрасовская. Магазин «Большая мода». Большие размеры от 48 до 78. Так, а на той стороне много разных магазинов. Студия загара, юридическое агентство, мебель, плитка. Там наверху спортивные товары. Спортмастер. Океанский проспект, 102А. Когда-то здесь было училище. Не знаю, какое. Сейчас все закрыто. Морозный день, минус 15, но нет ветра. Идем вдоль дома. Параллельно тротуару. Тут обзор получше. Немножко с высоты. Грузинский ресторан «Супра». И здесь есть. На первой речке. Магазин для художников. Все для рисования и черчения. Рядом с Супрой. А здесь сквер. Когда-то здесь были торговые ряды. Вот такие стихийные. С машин торговали. Потом все переоборудовали. И стал сквер. Остряков Николай Алексеевич. 1911-1942. Герой Советского Союза. Еще отсвечивает, плохо видно.
Район остановки Первая речка. Торговый центр Первореченский. И кинотеатр Москва. И остановка там. В сторону центра. И на этой стороне, где мы стоим, в сторону Некрасовской. Тут тоже бизнес-центр «Магнат», стоматология, магазин «Белорусский фермер» возле светофора на той стороне.